снова всем здравствуйте, с вами Драйгар. Это продолжение спустя большое время после последнего видео. Я возвращаюсь в эту игру Рога и Копыта. Конечно, пришлось пройти все заново, но я совершенно не расстраиваюсь, потому что игра реально затягивает, сколько бы ты в нее не играл. Есть такие игры, которые один раз прошел, и тебе уже... Уйди. Который ты уже один раз прошел, и все, потом тебе надоело в это играть. И все, потом заново проходить, это просто все не хочется. И, конечно, приходится проходить, но с таким, конечно, уже противным состоянием на лице. Поэтому, ну, эта игра, она дает, конечно, расслабиться, она не так сильно надоедает, и поэтому играть в нее довольно так затягивает. Начинаешь играть, и все, можно в нее проиграть целый день, и она тебе не надоест вообще. Что, в принципе, у меня как раз и было. Но так как я эту игру не закончил, я там закончил где-то там. На долгое время забросил просто из-за того, что у меня просто комп слетел. И потом забыл про нее, что ли, да. Я про нее забыл и только сейчас вот вчера вспомнил о ней. Прошел до этого места, на котором я закончил. Прошел до нее, короче. И с этого момента будем продолжать. Что загружаю, там я сохранился как раз. Я, конечно, вчера очень сильно намучился, чем я вам скажу, с тем, что я кое-как накопил себе на тот мой любимый велосипед. Вот этот, где он тут, вот он. Это один из моих любимых велосипедов. Не знаю, может потом еще куплю, там они по 2000 остались какие-то велосипеды. Только не знаю, конечно, можно их менять вроде будет. Можно будет, наверное, у сусликов можно менять этот велосипед. Так, заданий у нас пока здесь нету. А нет, почему? А потому что ночь, а потому что здесь случилась беда, потому что главный управляющий скотным двором погиб, так сказать. Это и в мультфильме было сказано, и здесь тоже сказано. Во-вторых, я хочу еще посмотреть, что у меня есть в рюкзаке. У меня мука здесь всего лишь одна, и больше ничего нет. Что у меня тут еще есть? У меня есть ключ от велосипеда. Это, блин, как понты такие. Садишься на велосипед, вставляешь ключ зажигания. Хотя, может быть, это ключ от замка для велосипеда. Вот этот, который пришпандоривают, прикапсоцивают, чтобы не угнал никто. Хотя, кто здесь угонит, здесь все свои. Солнечные очки, 2 семечка, вот монет, которым можно, кстати, деньги потырить, так скажем. Ну, хотя там не тырить, тут, блин, цветов-то нет. Зачем я вообще сюда зашел, я не знаю. Так, ладно. Я, знаете, что я сделаю? Может, сейчас сразу сделать, Сейчас ночь, давайте я съезжу, наберу самое монет себе. Так, сюда вроде бы. Нет, подожди. Да сюда. Хотя и оттуда можно доехать. Блин, сейчас, подожди. Там, наверное, даже лучше будет. Я, конечно, не уверен, но... Возможно, тут даже будет быстрее. Хотя не очень что-то... Блин, а что так громко-то? Подождите. Я себя еще слышать не буду. Блин, так слишком... Ладно. Блин, я не принял. Надеюсь, сейчас будет нормально. Слышно? Ну, так себе. Вроде как... Так, здесь мы не будем это делать. Ну, так себе тоже, конечно, расстояние. Хотя, с той стороны, там сразу... Сразу к монетному пню подъезжаешь. Как его назвать по-другому-то? Я не знаю. Блин!
где-нибудь здесь... Почему на карте не показывают, где находятся вот эти вот станции велосипедные? И почему меня все время тпхает? Тпхает далеко. Так, если я спрыгну здесь, вот здесь просто поближе он будет. Так, вылез с этой стороны, хорошо. Вот зачем вот так вот далеко? И почему вообще на карте не показывают, где находятся вот эти вот места, где велосипеды самые приделываются? Это было бы удобнее, а то так все время ходишь, думаешь, ищешь и времени теряешь. Это не очень хорошо. Так, стоп, что я здесь? Куда я мимо пробежал? Да и, блин, не на велосипед, рано пока. Сначала пешком, вот в ту сторону. О, туда потом на велосипеде не заедешь. Теперь уже на велосипед садимся, не теряем времени. Пока что на первый, насколько мне известно, это самый такой лучший способ подзаработать. Я не знаю, может есть, конечно, будут еще какие-то более прибыльные места, но пока что самое прибыльное место, что мне известно, это вот именно это вот место. $150. Так, клуб. Я, блин, не то прочитал опять. Так, давайте к сусликам теперь. Хотя монет-то не так много. Ну ладно. А еще мне надо семечки посадить будет. Но это днем по пути, так сказать. Так, суслики. Стоп. Еще есть. Они работают только ночью, они только ночью открыты. У нас новые вещички. А стоп, а нет. Все нормально, блин. Не то нажимаю. Напитки, мебель, украшения. Послушайте, украшения. Там Джоуи у входа не было. Он очень злится. Я просто так спрашиваю. Так, у меня здесь все куплено уже, блин. Как жизнь на поверхности? Все в порядке? Бьет ключом? Здесь что? Здесь у нас почти все тоже куплено. Одна скамейка только, так, подождите, я не буду пока ее покупать. А, все веселье сейчас посмотрим. Так, это что у нас? Прожекторы. 250. Дорого. Микрофоны. Танцпол. Загляни к нам на сайт. Какой? Отполированный. Чем он? А подожди. Чтобы его купить, наверное, нужно будет сначала вот это, да. Сначала покупается вот это, потом вот это. Но это нечестно, если честно. Если честно, это нечестно, чтобы купить вот этот танцпол, надо сначала этот купить, потом уже можно только этот покупать. А он дорогой, вот этот, кстати. Это тоже дорого, но не так сильно. Не знаю, либо мне прожектор купить, потому что у меня только... Блин. Загляни к нам на сайт. У меня еще здесь ничего не куплено. Ну, почти. Не стесняйся. Блин, а что так дорого-то все? Карточный стол. Блин, тут много всего еще, блин, придется покупать. Ну так. Я думаю, нам не заставят продавать всякие там штуки по несколько рублей. По несколько рублей, блин. Так, я хочу, знаете, что купить? Я хочу купить... Нет. Давайте мебель... Расскажи о нас друзьям! Давайте мебель доделаю до конца. И товар твой! В итоге у нас все куплено. Расскажи о нас друзьям. Так, в итоге у нас остается еще что-то. Расскажи о нас друзьям. У нас остается совсем немного, блин.
Блин, не туда. О, в напитках. Нет, пока что не буду сюда заходить. Там, блин, тут у меня все куплено. Украшения. Загляни к нам пока на сайт. Тоже не надо. Давайте этот посмотрим, что мы здесь решим. Так, прожекторы. У меня больше ничего не останется, если я куплю прожекторы, а у меня, в принципе, на другое ничего не остается. Не, у меня рай, на игры остается. Дротики. Еще дротики. Вообще-то это перс... 7 дней гарантии вообще, на все вообще... товары. Вот, кстати, посмотрите, обратите внимание, это этот, как его, майор, который КФС открыл, это же он, это его лицо. Все вот это вот, вот это вот, блин, вот этот бантик у него на шее, это же он, это он, настоящий он, это вообще его, на него пародия. Сделали, конечно, ему шляпу. Самое, чтобы не было авторских прав, так все сказать. Все вещи с гарантией. Ну это он, это, блин, вот посмотрите просто значок KFC и сравните. У него тот же самый бантик, та же самая одежда. Он не улыбается, только тут самый он грустный. Доставка бесплатно. Так, давайте я все-таки куплю эти прожекторы долбанные. Так, где они тут? Блин, туда зашел. А, напитки, мебель. Нет, мебели они точно нет. Украшения, напитки. Блин, а где они были-то? Я забыл. Стоп. Блин, а где они? Я что-то забыл. Блин, тут их, наверное, нету. Ну да, у нас тут еще напитки. Как жизнь на поверхности? Все в порядке? Бьет ключом? Блин, я не по... я потерял украшения. Не стесняйся. Блин, а где они реально? Они висели, находятся. Окей. Уже иду. В итоге у нас осталось, наверное, на значок, да? Блин, на значок. Блин. Он в напитках, да. У нас даже на него не хватает. Ай, блин, не нафиг. Торопись. Ладно, денег ну, нет. Ждем тебя. Денег нет. Денег нет, а значит мы можем, наверное, проверить, что мы добавили туда на вид. Хотя... А, ну да, конечно. У них же... Да, тишина, у них траур, понятно. Значит, на следующий, ну, только в следующую ночь. У них траур, поэтому музыки нет. Что мне там кто прислал? А, я на Бугоре, Бен, но можешь подняться ко мне. Поднимусь, подожди. Подожди, пожалуйста. Мне надо здесь проверить. Привет! Блин. А тут до сих пор рейтинг, да? А то я, блин, путаюсь уже. Я на втором месте. Чао, амиго. Я на втором месте, а сейчас будем деньги собирать. Знаете, каким образом? Вот просто разбивать все. Все, что здесь вообще имеется. Тут, конечно, мало. Хотя мы сейчас еще можем пойти и семечки поворачивать. И за этого можно будет найти так, да, ну, так нормально монет. Хотя это выпадает иногда по нескольку. Но это мало все равно. Так, 40 уже, блин, застрял. Застрял. Интересно, что сейчас задание мне Дейзи даст, какое интересно. Ну что, успокоительное какое-нибудь найти, я не знаю. Для этого, как его там, для Отиса. Так, где у меня? А вот еще. Так, тут еще сзади вроде бы должно быть что-нибудь. Да, есть тут мусор, который не мусор.
Так, еще вот это вот надо раздолбать. Он, конечно, то, что у быка вымет, конечно, жесть какая-то до сих пор. Не понимаю, зачем мультики это сделали. Ну, я не знаю, там, блин, в мультике бы, я там не знаю, хотя бы, блин, ничего бы ему там не делали. Хотя, блин, он имеет ключевое дело, это самое, использовать свое молоко, чтобы попадать в цель. Так, я на секунду отойду. Так, друзья, тут я кое-что вспомнил. Так как у нас велосипед дорогой, мама крутая корова уже, поэтому оденем черные очки, и уже в черных очках мы поедем. Вот так вот уже более нормально будет на таком-то велосипеде. Без черных очков нет уж. На таком велосипеде, блин, только падать будем. Блин, как вот если туда посмотреть, то там вообще ничего нету. Там вообще поле чистое. Я вот только сейчас заметил, там деревья нарисованы, они не настоящие. А вот эти вроде бы нормальные. Ну вот эти вот нам вот. Они не нарисованы. Кусты вроде бы вот. Кусты вроде бы нарисованы. Хотя не факт. Но деревья вот все настоящие, а вот те уже нет. Ну там даже видно, там просвечивается. Ну не умели делать в старину. Вон там, кстати, деревья нарисованы наверху. Не умели делать в старину такие прям хорошую графику. Это сейчас... Блин. Это сейчас любая игра покажет вам, на что она способна. Раньше такого не умели делать. Но я вам скажу, что если я бы делал бы игры бы в те года, то я бы точно так же бы сделал, да? Потому что тогда бы эта игра весила очень-очень много, и она бы тормозила на старых компьютерах всех временах. И я уже второй раз упал. А это означает то, что я в этих черных очках нифига не вижу. Но пофиг. Вообще пофиг. Так, я приехал. А, он еще и здесь его похоронил, а, понятно. Бедный Бен, как это ужасно. Украсить могилу? Колокольчики. А я знаю, где они находятся, кстати. 10 штук. Окей, сейчас соберу. Я понял, где они находятся, поэтому... Надеюсь, я знаю, где они находятся. А вот они. Здесь это они, да? Да, это они. 2, 3, 4, а мне не хватает. Так, это уже не колокольчики там. Тут еще подснежники имеются. Так, ладно, я знаю, где они еще и имеются. Блин, садись ты. Нам придется ехать ближе к скотному двору, хотя, может, здесь где-нибудь еще имеются, валяются, растут. Так, это не то, это все не то. Не будем быстро ехать. Так, это все не те цветы. Да уже ближе к скотному двору они там растут. Это уж точно. Стоп, 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 тормози, тормози, тормози. Вон они. Да, это колокольчики. Хорошо, прекрасно. Так, тут еще какие-то колокольчики. Или подожди, это что это? А, это подснежники. А что не так на колокольчики похоже? Так, 7-8. Еще есть вот тут вот. И вот там он. 9-10. Все. Харе.
Блин, садись уже. Вообще, полный букет 10? Или сколько вообще? Просто, я не знаю, сколько здесь надо собирать цветов, чтобы... Вроде бы там большой можно букет собрать. Но не факт, я не проверял, если честно, никогда. Надо будет как-нибудь, может быть, замутить ради интереса. Может, замутим как-нибудь, может, даже в этой серии замутим. Я не знаю, конечно, сам даже. Мне просто неинтересно. Блин. Заезжай давай. Я принес. Даже припарковался криво. Или подожди. Да, надо отдать все-таки. Я ж собрал. Ты издеваешься? Может, с какой-то стороны? Блин. Да что не так-то? Подожди, может, их надо взять? Да не очки не снимай, а денег обратно. Блин, он сейчас опять их снимет же. Ну, блин. Ладно. Чихать. Во. Это что такое сейчас? Он просто в воздух... Он в воздухе висит. Что это сейчас было? Ах, какие милые цветочки. Там очень что-то встрепенулся. Тебя искала... Твинки какая-то. Удачи тебе. А кто такая Твинки, я забыл. Вот что это такое? Что за баг? Блин. Вот что это за фигня? Цветы, как цветковое колдовство какое-то. Это как так? Это что? Это что такое? Оно так всегда будет? Вот что это? Так, кто мне там пишет-то опять? А, вот, кстати, кто. Значит, спаси силу, увидимся вечером. Блин, я все весь день профигачил. Подожди. Не понял. А утром, вечером, блин, я подумал, мне показалось вечером. Нет, на первый что-то сейчас. Ай, блин. Ладно. Ну, упал, да. Солнце почти село, пошли, блин. Купить мы ничего не сможем, у нас денег мало. Хотя нет, можем. Можем звонок купить. Давайте хотя бы звонок, что ли, купим. Сейчас вечера дойдемте. Ну не дождемся. Сейчас. Блин, жаль, здесь ждать нельзя. В Скайриме можно ждать хоть, блин, целый день на одном месте. И не устанешь. Так. А потом. Сначала делаем вечер. Блин, ну много времени это было. Чё там... Хотя... Так, у них до сих пор траур, да? Они до сих пор бар не открывают. У них до сих пор траур, интересно, долго будет продолжаться? Серьезно, у них долго будет продолжаться траур? Уже, блин, вторую ночь вроде бы. Траур у них, блин. У нас новые вещички. Покупка, мебель, не в мебели дело, нет. Украшения. Мы открыты. Нет, блин. И ты всю ночь. Она в напитках и закусках находится. Вот и это товар вот. Твой. И, наверное, у нас еще хватит на... У нас хватит на кока-колу. Молочную кока-колу. Так, все. Ну, ждем тебя.
18 монет осталось. Мало, блин. Мало. Да, накопить бы денег еще. Блин. Тихо. Сколько они там будут траур тут устраивать? Я все понимаю, но... Хотя... Блин, ладно, сохранил. Где она там? А вот ты где. Блин, опять ящиков нарезалось, надо поразбивать. Котик такой грустный. Ну, как я и говорил, у них у всех траур, походу. Так, чё? Да нет уж. Чё-то я такого не помню задание. Так, надо по всему ферме теперь искать. А подожди. Ой, да не, подожди. Вы издеваетесь, что ли? Это надо по всему... Ладно. Не помню такой миссии, если честно. Вы слишком далеко ушли. Алло. Блин. Ждет тебя. Блин, как они так быстро, как они так далеко разбежались, а? Блин, началось. Он то же самое говорит всем. Блин, а... началось. Сейчас сделаю, я сейчас знаю, что здесь сделаю. Блин. Блин, я все-таки сейчас выключу, сейчас подождите.